Значит, показываю, как YouTube наяпывает своих пользователей. Есть такой ебанутый параноик Камикадзе, у которого все очень плохо всегда. Про каких-то хороших новостей по нему хуй дождешься. Ну, в общем, так-то, в принципе, он прав. Ждать нечего хорошего. Но так негативно тоже нельзя ко всему относиться негативно. Нужно искать и положительные моменты. Иначе просто пизданешься. Как сам Камикадзе, мне кажется, и пизданулся уже. Значит, показываю, тем не менее, что он прав в том, что YouTube наябывает. Вот видео о возвращении Ивана Гамаза. Здесь якобы 14 просмотров, хотя я много уже раз это посмотрел, хотя гораздо более 14 просмотров, и здесь нет лайков. Здесь нет лайков. А теперь заходим к одному из моих подписчиков, к Луиджи Русолу, да? Как так он называется? Так. Луиджи Русолу, да. Как его называл Подковыров? Что-то типа ебанутые черные чебурашки. Вот. Ну, вообще, это мой кореш драгоценный, Серега. И вот здесь смотрим у него в плейлисте понравившееся видео. Что же мы видим? Мы видим то самое видео от Трин-7. То есть здесь должен быть лайк, а его нету. Вот таким образом YouTube наябывает своих пользователей. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.